Служба безопасности Украины в рамках спецоперации по борьбе с незаконным оборотом оружия обнаружила в Луганской области две крупные партии неучтенного оружия и боеприпасов, сообщается на официальном сайте ведомства. По версии следствия, бывшие военнослужащие одного из добровольческих батальонов планировали перевезти оружие вглубь страны. В тайнике сотрудники СБУ нашли 33 килограмма тротила в шашках, 3 автоматических станковых гранатометов, пулеметы, автоматы Калашникова, 40 ручных противотанковых гранатометов, ящики с патронами к стрелковому оружию различных калибров, гранаты различной модификации, 7 реактивных снарядов КРСЗО «Град», говорится в сообщении о партии, обнаруженной вблизи поселка Половинкино. Сообщается, что недалеко от населенного пункта Бухмутовка был также обнаружен автомобиль с подствольным гранатометом, тротиловыми шашками, противопехотными минами и ручными гранатами разных типов, патронами и магазинами к автоматическому оружию. На данный момент ведется следствие.